решила в Братиславе пройтись под такой навесом. Вот тут целая пешеходная такая дорожка идет. А внизу автомобильная дорога и паркинг, который есть в сторону же до вокзала Братиславы. И как раз же до вокзала люди идут, отпускаются. Вот. Жалко, что не нашла супермаркета здесь какого-то, чтобы посмотреть цены реально с венгерскими сравнить. Но, в принципе, нормально так. Такая она пешеходная арка. Это же вокзал Братиславы. Вот билетные кассы тут как раз. Люди стоят в очереди. Вот такой он изнутри. Просто покажу сейчас для зрителей моего канала. Да, что тут за афиши. Так. Центр, короче, ехать это для украинцев, да? Вот. Минский транспорт для украинских громадян при наявности украинского паспорта безкоштовный. Доїхати, якщо плануєте залишитися, ви штрували перейти кондом, вам дадуть по центру допомоги. Готова 7, да? Номер 40, короче, да? Угу. Вот так. Хорошо.